Всем здравствуйте! Представляю вашему вниманию еще один музей Казани. Это музей Каюма Насыри. Музей, посвященный выдающемуся татарскому ученому Каюму Насыри, был открыт в Казани 2 февраля 2002 года. Дом, в котором он располагается, находится на территории историко-заповедной старо-татарской слободы и является восстановленным памятником татарского деревянного зодчества XIX века. Оригинальное здание было построено в свое время близким родственником Каюма Насыри Мухаммед-бедигом Хусаиновым. Именно здесь с 1887 по 1902 год жил ученый. Сейчас дом восстановлен на своем исконном месте. Сохранена внутренняя планировка здания. По документальным материалам воссоздана одна из комнат, где жил Каюм Насыри. Экспозиция музея рассказывает о жизни и деятельности ученого-просветителя, раскрывает историко-биографическую и мемориально-бытовую тему, а также особенности и этапы развития татарской просветительской мысли в целом. Здесь представлены материалы, посвященные татарским просветителям XIX века – Марджани, Фаисханову и Халфиным, и другим. Наиболее ценными среди экспонатов являются уникальные мемориальные предметы, учебник медресе по логике, переписанный рукой Каюма Насыри, на нескольких страницах которой имеется личная печать ученого, его часы, хронометр, трость и сундук, а также личные вещи родственников Каюма Насыри.